Жители Уральска проживают в доме, который много лет является аварийным. Владельцы квартиры двухэтажного дома, расположенного по адресу Темирмасина, 65, все больше опасаются, что стены дома могут рухнуть в любой момент. Ситуация обостряется весной и осенью в сезон дождей. Этот дом был построен в 50-х годах прошлого века как учебное помещение для училища. Спустя некоторое время здание адаптировали под жилой дом. Сегодня здесь расположены 30 квартир. Практически во всех проживают люди. У дома нет подвального помещения, стены осыпаются. Природный газ не у всех. А неисправная проводка в прошлом году стала причиной пожара. Очень старая проводка. И плавится, прям провод плавится и горит. Ну, в общем, страшное дело было. Дело в том, что здесь частично газифицированные квартиры, а частично газовые баллоны. В большей степени газовые баллоны. Вот представьте себе, если что-то случится, здесь останется только котлован. Крыша постоянно протекает, но ремонтировать ее уже бесполезно, а стены трещат по швам. Это видно и снаружи, и внутри. Как видно, трещина идет вдоль всего коридора. В доме уже делали стяжку, но это не помогло. Трещины с каждым годом становятся все больше и больше. И сейчас, когда дом уже много лет признан аварийным, стена может рухнуть в любой момент. Хотя дом не является бесхозным, в КСК заявляют, что ничем помочь не могут, рассказывают жильцы дома. Создалась такая ситуация, что коммунальщики уже и не стараются прикладывать какие-либо усилия, потому что дом признан аварийным. Но когда снесут здание, неизвестно. Когда нас снесут, официально никто сказать не может, потому что уже приходили несколько раз к нам, чтобы снести наш дом. Ну, дом это, потому что наш дом еще относится к этому. Акимату. Мы не только сами хозяева, но у нас это к акимату мы относимся. Сегодня в Уральске насчитывается 1246 многоквартирных жилых домов. 52 из них – аварийные. Свыше 200 домов являются ветхими. По категории граждан, единственное жилье которых признано аварийным, в очереди на получение новых квартир стоят 250 человек. Вопрос аварийных домов решают только по программе ГЧП. С начала действия программы за 5 лет по городу снесено 12 аварийных домов. На их месте было построено 8 многоквартирных жилых домов. В 2020 году, то есть в прошлом году, были снесены 2 аварийных дома. В данное время ведется строительство 2 многоквартирных жилых домов по программе государственного партнерства. Также в этом году, в текущем 2021 году, планируется начать строительство в 3 объектах. Сколько еще ждать решения жилищного вопроса жильцам этого дома, неизвестно. Видимо, до тех пор, пока здание не начнет рушиться на глазах. Марина Горбук, Нуруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.